Наталья Шестернева, вот она, красавица. Привет. Косички какие. Мама заплетала, скажи, пожалуйста. Да. Сама еще не научилась. Сколько тебе лет? Мне 11. 11 лет и уже какие надежды. Уже такая звезда. Давайте поаплодируем, правда. А наши артисты очень нуждаются в вашей поддержке. Можно хлопать, можно топать, можно свистеть, можно кричать. Ура! Можно подпевать, потому как эту песню знают очень многие. Белый конь. Добрый день, дорогие друзья! В этот прекрасный праздник я хочу вам подарить песню про коня. Кроме тебя, только я знал слова этой песни, потому что никто не подпевал тебе. Но ничего. Знаешь, Володя, я думаю, что после выступления Наташи песня начнет набирать популярность. Давайте еще раз поаплодируем Наталье. Кстати, сразу с нашего концерта Наталья может отправляться на гастроли в Техас. Там роднекам понравится, мне кажется, вот это вот, да. Танцы вот такой кантри, да, вы как раз про коней. Здорово, спасибо. Счастливо, с праздником тебя, Наташенька. И удачи.